Одна спасенная жизнь – это уже одна спасенная жизнь. Мы все взаимодействуем, и мы друг от друга заряжаемся. Это обрело какой-то дополнительный смысл в моей жизни, и какая-то возникла в этом потребность. Я чувствую себя нужным ребенком, да. В этом, наверное, и цель фонда, и вообще благотворительность. Мы не стали пугать, мы не стали выносить боль и проблему на первый план. Мы стали выносить историю просто, легко, увлекательно. Пяточка, тебе понравилось? Безумно понравилось. Безумно. Когда ты только начинаешь лечить ребенка, ты не знаешь, чем закончится эта ситуация. Когда ты выходишь из больницы, ты не понимаешь, что делать дальше. Максимум мне хватало помочь жене 5 минут. Я убегал, плакал по 2 часа, не мог даже ехать за рулем. 6 лет я знал уже свой диагноз наизусть. Фонд дает надежду. Там тебя просто берут и несут. Мы заражаем, на самом деле, своим спокойствием и оптимизмом, что обязательно все будет хорошо. Рак лечится, да? Успешные исследования позволили нам добиться результатов в лечении этих опухолей, но мы не все еще знаем. Помогать – это просто. Просто. Нужно чуть-чуть, чтобы у тебя здесь булькало, и ты, как ребенок, захлебывался от всевозможных способов и фантазий, которые приходят тебе в этом направлении сочинительства. «Как я стал ребенком» – да, очень хорошее название.